И всем привет, дорогие мои подписчики. Сегодня, как всегда, драконье поле битвы. И, как всегда, Альянс ВАД 248 королевство против Альянса АОС 591 королевство. О, ребят, походу сбор пошел. Да, ребят, походу сбор на замок они сделали. Успел я в нужный момент зайти. И 15% как раз. Сейчас посмотрим, ребят, сбор. Кстати, ребят, всем привет. И еще раз, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Я буду очень обязан вам. И как... Давайте наберем на этом видеоролике 7 лайков, как мы должны набрать. Мы сможем. И как всегда, у нас Альянс ВАД. Это уже третий драконье поле битвы, как я снимаю Альянс ВАД. Потому что этот альянс мне больше всего нравится. Они такие крутые по мне. Так. Все, она ее. Девушка добивает ее. Другую. Кораблик. Поражение. Поражение, ребят. Не могут пробить. Походу там креп либо сидит, либо что-то еще. Что-то 591 королевство сидит. И не шевелится. Надеюсь, оно будет шевелиться, да. Сейчас надо посмотреть, кстати, кто лидер этого альянса. А лидер, как сказать, у нас китайский человек. Вот он лидер, у него 1 148 000 000 сила. И вот еще один у него. Походу, это зам его. Так, на них пока что не вижу, кто из них король, кто из них нет король. Так, что же еще? О, они сбором ударили. Успел я в самый нужный момент. О, это как же самый хороший друг мой, которого я видел в этой игре. Это вот этот чувачок, которого мы знаем. Он больше всего часто у меня в роликах появлялся. Так, как видим, он сделал сбор на замок. Сам он потерял. У него ушли все солдаты в раненые. 3 402 000. А пацан потерял 24 000 000 войск и 5000 потери. И они слили силу ему минус 142 421 000. А сами, ну, хорошие проценты, ребят, вообще отличные. Ну, надеюсь, сейчас через несколько минут я сделаю музыку. Если вам нравится эта музыка, то пишите комментарии. Кстати, сегодня точно будет топовый коммент. Так. Нифига у него герои прокачаны. Это супер, ребят. Это просто. А у этого хотя бы синенького снега крем. Вроде без креп, как я предполагаю. Да, ребят, у него, походу, крепа не было в этом. Да, он без крепа сидел. И сколько они миллионов сил ему скинули, если у него... Сейчас посмотрим, сколько у него осталось. У него осталось 110 миллионов силы, ребят. Ну, через 3, 2, 1, 0 будет музыка.
Ребят, и на такой ноте я, наверное, уже буду заканчивать. В этом драконе поле битвы 100% победил Альянс ВАД 248 королевство. Поздравляем их с победой. Тут топовые сборщики, это вот этот вот друг хороший. И еще несколько человек, которые вы увидите в отчетах. Так, ребята, я вам кое-что сейчас покажу. Что никто не знал. Как вы видим, тут стоит 29 уровень замка, который пробил P6. Он не мог, вот этот человек, его пробить. Вот такой вот этот замок не смог пробить вот этот вот 29 уровень замка. Проценты я вам, ребят, сейчас покажу вам. Вот поражение, вы видите, как он пытался ее победить. Она, ребят, без крепы сидела. У ней почти 300 миллионов силы на замке. И она с первого же удара пробила вот этот вот замок. Сейчас я вам покажу данный отчет. Вот мы видим. И видим мы ее проценты. Ребят, это чисто сущий донат. Вот что делает донат в этой игре. 29 замок нагибает все остальные замки. Были бы у меня такие проценты, у меня бы все королевство стояло под моим контролем. Все боялись здесь мой замок вот с таким вот уроном еще. 29 замок бы все боялись с таким уроном, ребят. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комменты свои, что вам охота, чтобы я снял. И всем пока. С вами был я, Слава 100. Из 1109 королевства.